Это уже наш второй сбор, можно сказать. Мы начали подготовку в Новогорске. В Новогорске мы работали больше над нападением. Сейчас мы приехали вот в Сочи. И здесь мы уже начинаем все это склеивать, работаем над защитой, выстраиваем полностью нашу командную работу. Таким образом, разбили на два этапа. Первый был втягивающий сбор, где мы в умеренной нагрузке, скажем так, работали и занимались больше там подводящими упражнениями, игры было не так много, вот, а сейчас уже сконцентрируемся на игре, и нагрузки существенно возросли, и, соответственно, у нас уже есть дни с ударными нагрузками, поэтому он довольно сложен. В Новогорске у нас был немного полегче график, были желтые и зеленые дни. Сейчас мы приехали сюда, и почти все расписание красное, так что, думаю, здесь нужно будет больше напрягаться. Сам факт того, что мы представляем Россию, нашу страну, это уже мотивирует на хорошую плодотворную работу каждый день. Хороший тренер, хочет себя показать с лучшей стороны. Вот поэтому стараемся на все 100%. Понимаешь, ради чего это делаешь? Думаешь о том, что будет турнир в Сербии, нужно попасть в состав, нужно хорошо себя показать. Собрались лучшие игроки со всей страны, поэтому не вижу причины расслабляться. Наши девчонки уже не первый год сборной, они уже прекрасно понимают, куда они приехали, что они лучшие в своем возрасте, что они должны держать марку. Плюс, конечно, мы стараемся как-то бодрить их помимо баскетбола. Тренер Александр Львович по ФП постоянно устраивает какие-то программу в бассейне. Мы стараемся после каждой тренировки, после утренней, после вечерней выходить на море, чтобы девчонкам было разнообразие не только баскетбол, но еще какие-то другие активности. Готовимся к ЕГЭ, очень много учимся. И сейчас приехали в Сочи, ходим на море, хоть как-то добавляет такого релакса. Я со своей соседкой успела фильмы посмотреть. У нас 9-11 класса на сборах экзамены. Не забываем про учебу, подготовка. Вот, решаем всякие задачки.